это что за синяя дрянь? Что за херня? Доктор Дарлинг упоминала их плохое зрение. Советую пригнуться. Они излучают биорадиацию. Сканер откалиброван. Он сообщит об их приближении. Вот так. Давай ешь. Молодец. Не на что тут смотреть. Это что еще за хрень такая? У них очень развито обоняние. Брошенное киберсердце может отвлечь дракона. Так вот оно, киберсердце. Задача. Идите к наблюдательному пункту. Стоит собрать побольше киберсердец. А то дракона услышат. Помните, щит защищает от самих драконов. Но против их термоядерных лазеров не выстоит. Против чего? Эй, чтоб тебя. Напоминаю, бросайте киберсердца в отмеченные точки. Твою мать! К нам нагрянула Омега. Я же здесь без разрешения. Нет. Они собирают всех специалистов. Тогда бегите. Нет, если хотите убить Слоуна. Захватите базы и снаряжение. В бункере обнаружено доступное оружие. Да. Задача. Включить киберзрение и отметить всех бойцов противника. Задача. Есть несколько способов освободить базу. Можно убить всех врагов на ее территории. Заманить туда дракона или же отключить мега-щиты. Это сразу же привлечет к базе всех окрестных драконов.
Да, а еще можно... Да твою ж мать, Ком, заткнись. Что хочу, то и делаю. Есть. Да, учтите, есть два способа отключить мега-щиты. С пульта управления или прямо у генератора. Кстати, его можно и взорвать. Бла-бла-бла, убить, бла-бла-бла. Так, если отключить эту лазерную хрень, придут драконы? Да, отличный план. Док, вы там как, целы? Да, но крови скоро будет очень много. О, все прямо точь-в-точь, как я люблю. Сердца могут выманить дракона с базы. Лови, это тебе.
Убирай щит. Дайте координаты, и я выдвигаюсь. Координаты получены. Задача – встретиться с доктором Элизабет Дарлинг. Задача выполнена. Все в порядке? А, да, спасибо. Что это за твари? Возможно, реликты мелового периода. Мы зовем их кровавыми драконами. Слоун пил их кровь, и она усилила его киберсоставляющую. Он пил их кровь? Вы шутите? Нет, сержант. Это была бы неудачная шутка. Кровь сделала Слоуна намного сильнее. И уродливее. А зачем вы помогаете Слоуну? И зачем ему ракета? Не так быстро, сержант. С их помощью мы испытывали боеголовки с кровью драконов. Их? Есть еще красные копья? Сколько? Не знаю. Много. Думаю, Слоуну надоели эти испытания. Не хочу даже вспоминать, что эта дрянь делает с людьми. Поэтому он дезертировал. Слоун спятил еще раньше, сержант. Теперь у него есть ракеты, и одному богу известно, что он задумал. Что в шприце, док? Сила. Вы станете похожи на Слоуна. Только обойдется без побочных эффектов. Нет, док, не надо. Я дал клятву одной женщине. Своей жене? Нет. Это завет свободы. Побеждай без наркотиков. Ладно, так. У Слоуна три секретных объекта. Все крайне важны для его операции. Отправляю координаты. Свяжитесь со мной, когда будете там. Я сообщу подробности. Сделаю, док. А как же вы? Вы в безопасности? Ну, пока Слоун не знает, что я с вами. Удачи. После освобождения базы открываются дополнительные задания в зале приключений. Оправдаем надежды фанатов. Вперед! Можешь поднять напряжение? Я убью тебя.
Здравствуй. Хоть сраные перья собирать не надо.
перебейте киберсолдат группы Омега тихо, иначе они сами перебьют заложников. Он же DICE. Отличный способ отвлечь вражеских киберсолдат. Звёзды из глаз. Но ты спасаешь лучших. Чтобы использовать систему мгновенного перемещения Кобаяси, откройте карту, выберите освобожденную базу и нажмите соответствующие кнопки. Кобаяси. 85% точности и всего 10% генной деградации. Супер! Положено, дополнительные задания – это источник приспособлений и кредитов. Загляните в магазин. Пушка – лучшая защита, особенно здоровенная. Патроны заканчиваются раньше, чем враги? Не забудьте заглянуть в магазин на ближайшей базе и купить все, что нужно. Thank you.
Освобождайте базы, получайте доступ к магазинам, новым заданиям и точкам мгновенного перемещения. Дополнительные задания принесут вам приспособления, оружие и патроны. Все это сделает вас счастливой машиной смерти. Брось ты. Держи. Отлично.
давай, ешь, дракош. Работа сама себя не сделает. Кроме наноботов, остальное на мне. Говорил же, не играть в кислоту. Придется вытирать его с пола. Thank you.